Всем привет! Мы снова с вами в транспортной компании и посмотрим, что нам пришло. Пойдемте. Ну вот, наконец-таки добрались до первой модели из посылки. Это у нас модель Cross RC в 10 масштабе. Точную моделечку я вам добавлю в описании, в название к файлу. Вот, по-моему, это GS4, что ли. Вот. Но она немножко уже в тюнинге. У нее кунг уже стоит. Вот. Единственное, что я снял передний бампер. Вот. Мне с ним не особо понравилось. Задний, в принципе, я оставил. Вот такой. Но тоже можно снять, чтобы покрасивее смотрелось. Дальше, что у нас из тюнинга? Уже у нас идут металлические колеса, резина уже от аксиала, вот, более такая цепкая. Единственное, что жалко, перегорел у меня тут туманочка, но предыдущий хозяин сделал ее как поворотник. Хотя на этой модели установлена система с поворотниками. Вот, поэтому как-то не особо актуально туманки. Были бы желтые, еще ладно, но оранжевые что-то как-то не особо. А тут один провод оторвался, надо припаять, так руки не дошли. Так, что я сделал? Пульт забыл, и пришлось поменять приемничек на двухканальную аппаратуру, чтобы показать все как есть. С третьего канала там включался свет. Вот, включался свет, значит, что у нас дальше? Сзади у нас есть как бы стоп-сигнал. Вот, поворотники, также задний ход, я не знаю, сейчас я если переподключу, задний ход горит, стопы горят, но сейчас что хотел еще показать, не особо, по свету тут световая система все стоит. Очень мне, значит, понравился кунг, повернули, открыли, все на подъемничках, вот, сюда я положил, там запаска еще лежит, и вот, кенгурятник. И вот так вот, оп, повернули, все, и кунг закрыт. Очень удобно складывать центраки там всякие, вот, интересненько. Далее, очень мне понравилось у Cross RC, это как снимается корка. Там снизу два рычажка, их просто переводим сзада вперед, и все, и корка поднимается, и спереди она такое снимается. Вот, очень шикарная здесь стоит вся вообще вот система. Вентилятор двойной. Сейчас вот так вот покажу вам. Двойной вентилятор на охлаждение, потому что регулятор оборотов спрятан в бокс. Вот, приемник в отдельном боксе. Тут сейчас вот у меня раскручено, потому что я его переставил. Вот, аккумулятор спереди ставится. Дальше. Значит, вот такие крепежики вот, вставляются и поджимаются. Очень-очень мне понравилось. Стиль у кузова, я его назвал старость. Вот такой вот потертый его хозяин сделал. Лак немножко у него. Ну, тут, скорее всего, он слез просто. И из-за этого стал он такой шершавенький. Но смотрится, кстати, очень классно. Мне понравилось, как будто такой старенький. Так, сейчас закроем опять кузов. Переведем защелки. Так, и перевернем модель. Значит, что у нас здесь? Мосты. Мосты, кстати, там такие мощные. Вот, с проходимостью, конечно, немножко сложновато с такими большими орехами. Сейчас это вот положу. С большими орехами, но понравилось. Дальше, чем мне очень понравилась модель сама вот фирма Cross RC. У меня до этого не было ее, вот, а как бы знал про нее, но не особо. Очень понравилось то, что металлические карданы сразу, тяги подписаны, сама, не знаю, там видно, нет,
Сама система крепежей очень классная. Очень классная коробка. В будущем я разберу, потом еще покажу. Понравилось. Развесовка хорошая. На видео, я думаю, вы уже видели, как модель едет. Прям такая достойная, прям ползет потихонечку. Вот, как настоящий грузовик. Амортизаторы тут не залитые. Но она не сильно пружинит из-за своего веса. Потихонечку так вот переваливается. Модель классная. Вот. Жалко с ней расставаться. Но парень предложил поменяться на его модель. Очень хороший человек. И мы с ним договорились. Мой тезка. Вот, и мы с ним договорились поменяться моделями, заодно я посмотрю его модель, как говорится, вот, а он уже будет, ну, я буду использовать его модель, он будет использовать мою. Очень мне понравилась система с поворотом. Так, двойных расходов тут нету, тримирование. Вот. В принципе, штатная электроника на 6 каналов может использоваться. Там отдельно можно и люстру включать, ближний, дальний отдельно можно настроить. Система вот у CrossRC прям классная. Я когда буду разбирать грузовики, вот это все, я вам обязательно покажу сам модуль, как он выглядит и все. Вот. А сейчас такой вот беглый обзорчик по модели. Вот. Особо здесь вот так вот рассказывать нечего. Модель интересная, пластиковый корпус, прям копийно идет. Понравилось вот в управлении. Вот. Единственное, что для зимы, конечно, тяжеловато она проваливается, но зато ведет себя как-то более копийно. Вот. Такая вот моделька. Я не знаю, попробовать вам сейчас показать, значит, еще как устроена световая система на функцию газ-тормоз. Сейчас мы просто выключим. Отключим мы свет. Вот. Вот, грубо говоря, закинули корку на защелку. Сейчас, наверное. Вот, попали в места и зафиксировали. Так, вот смотрите, значит, здесь у нас сейчас горит стоп. Сигнал, как будто машина остановилась, и держим на стопе. Начинаем ехать вперед. Он пропадает. Начинаем назад. Давайте вот так. Едем вперед. Свет гаснет. Останавливаемся. Тормоз загорается. Сдаем назад, загорается задний ход. В принципе, если поставить мосты с меньшим орехом, я думаю, модель будет еще интереснее. Вот, и проходимее. Но это, конечно, уже на усмотрение нового владельца. Вот. А мы будем использовать трофейку на БК-системе. Здесь обычный коллекторный мотор 550 класса CrossRC. Вот. Шасси, все было новое. Шасси была не катанная. Это вот стиль такой. Очень понравились хромированные элементы, мощные, красивые бампера. Прорезь можно, лебедку сделать. И сама довольно-таки симпатичная. Ну все, смотрите тесты. Тестов немножко подзаснял. Что-то уже вышло, что-то еще будет. Вот. Ну а там дальше пишите, кому что интересно, что бы вы хотели увидеть в ближайшее время.
Ну все, всем пока, приятного просмотра.